Баллада о Бастере Скраксе. Вышел трейлер вестерна. Режиссерами картины выступили братья Коэны. В главных ролях снялись Джеймс Франко и Тим Блейк Нильсон. В сети появился второй трейлер вестерна «Баллада о Бастере Скраксе», созданный режиссерами Итаном и Джоэлом Коэнами. Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix. Лента демонстрирует 6 коротких историй, которые происходят на Диком Западе. Их героями становится ковбой-пьяница, актер из «Бродячей труппы», бродяга и мошенник-неудачник, пятеро пассажиров загадочного дилижанса, который едет в неизвестном направлении, а также другие персонажи. Главные роли в вестерне исполнили Тим Блейк Нильсон, Брендан Глисон, Джеймс Франко, Билл Хек, Зои Казан, Грейнджер Хайнс и другие. Мировая премьера фильма состоялась в рамках Венецианского фестиваля. В прокат он выйдет 16 ноября текущего года. Ранее сообщалось, что накануне был представлен безумный трейлер индийского фантастического фильма «Робот 2.0». Судя по видеоролику, фильм будет изобиловать визуальными эффектами, которые граничат с абсурдом. Трейлер «Как приручить дракона 3». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.